Всем привет! Это Сергей, канал Old School Gamer. И я играю в Oculus Rift. Офигенно намутил на выходные. Хочу посмотреть как можно больше различных игр и демоверсий, полностью впечатлиться. Стараюсь сделать нормальный ролик. В целый экран вы будете видеть, что я вижу обоими глазами. И справа в углу должна быть через веб-камеру, собственно, я сам должен быть и мои эмоции и ощущения. Вообще, я уже шокирован, насколько все круто. Oculus DK 2. И первая игра, что я хочу посмотреть. Titans of Space. Давайте посмотрим. Вот, хочу сам еще, чтобы управлять. Нажмите Enter. Поехали. Земля. 12 756 километров в поперечнике. Луна. 3474 километра. А это Солнце. 1 392 684 километра. Просто в 1000 раз больше. И я вот сижу в космическом корабле, в маленькой такой капсуле. Да, прям вот только я в кресле, да и весь корабль в этом. Такая экскурсионная капсула. Ну, давайте. Где Enter-то? Добро пожаловать. Откиньтесь и расслабляйтесь. Поехали. Это миниатюра Земли. Она должна быть 12,7 метров шириной. Ну, то есть в 1000 раз меньше, чем на самом деле. Вау. Солнце огромное. Меркурий. 4878 километров. Это 6% от Земли он размером. Самая маленькая планета в Солнечной системе. Опа, Венера. Юпитер, нифига себе он. Венера. 12104 километра. 87% от Земли. Самая жаркая планета в Солнечной системе. Но это, видимо, потому что Венера газовый гигант. Он все-таки Меркурий гораздо ближе к этому огромному Солнцу. Оно просто такое гигантское вообще. Но Меркурий оказывается холоднее Венеры. Вот наша крошка Земля, синий шарик с Луной. Он в Америке ночь сейчас. Марс. Красная планета. Вон самая высокая гора на Марсе видна. Вон Деймос, спутник Марса. Такой маленький. Даже не видно его уже. Красная планета, диаметр 6792 километра. 15% от Земли, такой он маленький. Хм. Вот Деймос уже второй круг сделал. Летели дальше. Питер просто гигантский. Еще астероиды. Ух ты. Круто. Серес. Самый большой астероид. И одна из наших пяти планет-карликов. 2015 году на нее высадился какой-то корабль.
меня аж мурашки от Юпитера. Еще музыка, ух. Вот этот вихрь, никогда не заканчивающийся. Юпитер — самая большая планета в Солнечной системе. 1321 Земля влезет в объем Юпитера. У Юпитера 67, даже больше лун. Ну вот, да, прям видно их маленькие точечки. Калиста, Ганимед. Они размером с Марс. Калиста — самая подходящая планета для человеческой базы рядом с Юпитером. Ганимед — 7% от размера Земли. Самая большая луна в Солнечной системе и больше, чем Меркурий. Просто такое 3D. Ио, Европа. Ио — самая большая геологическая активность в Солнечной системе. Больше 400 активных вулканов. Ты так и не скажешь, он такой какой-то зелененький. Европа. Поверхность из водяного льда. Возможны океаны под поверхностью. Не предпринимать посадки здесь. Сатурн. 764 Земли, 62 известных Луны. Кольца 10 миллионов километров. Сделанные из водяного льда. Гексагональный шторм на северном полушарии. Давайте сверху покажут полушарие северное. Эх, что за шторм? Ебать, колотить. Ух ты. Пен. 32 километра шириной. Между вот этими кольцами есть такая свободная прослойка, и там луна. Дела. Ох, вот это красота. Ну, какое-то кольцо такое прям далеко. Мимас. Энцеладус. Тесис. Дион. Реа. Последнее не подписано. Мимас известна как звезда смерти из-за кратера Хёршелла. Энселадус — очень яркая луна с вулканами изо льда на южном полушарии. Около поверхности — жидкая вода. Да ладно, о, нифига, вон видно снизу прям. Что же это, ледяной вулкан? Дела. Всего 504 километра. Маленькая. Тесис, Дион, Реа, Титан.
Стазис по большей части сделана из водяного льда, как Мимоса имеет гигантскую дырку. Кратер, там вот он. Ух. Дион. Яркий светлячок. Где он? Светлячок какой-то темный. Из-за титанической активности огромные ледяные холмы. Несколько километров. Чуть нижней. Ну, хотя вот отсюда видно, да, такие холмища. Рия, как Дион, имеет яркие ледяные холмы. Титан самая большая из лун Сатурна. Единственная известная луна с атмосферой. Имеет жидкие метановые озера. Да, Титан здоровый. Солнечная корона вообще круто сделана. Качественно. Полетели дальше. Да, шапка наверху такая. Шестиугольный. Уран. Чирикло. Самый большой кентавр. Астероид, который имеет орбиту вокруг Солнца между Юпитером и Нептуном. У него еще самая маленькая система колец из обнаруженных во Вселенной. Дела, даже не знал про это. Круто. Маленький такой. Уран. Один из двух ледяных гигантов имеет холоднейшую атмосферу в Солнечной системе. 63 Земли размером, 27 лун, приплющен по бокам. Кстати, да, это единственная планета, насколько знаю, которая вращается вокруг своей оси, не так, как вращаются все остальные планеты. То есть не как наша, а он вот так. И в обратную сторону еще вроде. Тут не видно, как он вращается. Ух ты! Вот так. Миранда, Ариэль, Умбриэль, луны Урана, пока что плохо известные. Миранда, много раздроченной земли. Ариэль, какие-то там полигоны, не понимаю, о чем речь. Умбриэль, Титания, Оберон. Ух ты. О, прям вообще. Умбриэль самая темная из лун. Титания самая большая луна Урана. Имеет огромные каньоны. Вон каньоны вижу, да. Оберон. Имеет гору размером 2,5 раза больше Эвереста. Теперь, видимо, нас ждет Нептун. Где же он? Вот и он.
9528 километров. Ледяной гигант номер 2. Примерно 57 земель по размеру, 14 лун. Очень активная погода. С самой большой скоростью ветра в Солнечной системе. 2100 километров в час. Офигеть. FPS пишет, 75 FPS. 3 тонн. А что это такое за кольцо какое-то красненькое, вон, видите? Вау, да, сколько позади всего. 3 тонн, самая большая луна Нептуна, известная на сегодняшний момент. Она была захвачена Нептуном из пояса Кипера. Имеет гейзеры. Ух, ой-ой-ой. Плутон уже и не считается планетой. Эрис, Динсомия, Стикс, Плута, Никс, Хидра. 2 из 4 наших карликовых планет показаны здесь. Плутон и его наибольшая луна Харон. У них орбиты вокруг друг друга. А, то есть они... Так. Новый зонд впервые оказался на Плуто в этом году, в 2015-м. Просто столько звезд. Ух. Ну, это вся система. И Земля маленькая по сравнению. Комета. Солнце — наша звезда. 1,3 миллиона размера Земли. 4,5 миллиарда лет ей. 100 биллионов водородных бомб в секунду мощности. Да. Поменялся масштаб. Старый был 1 к 1 миллиону, теперь 1 к 50 миллионам. Теперь Солнце и Сатурн. Теперь выглядят в 50 раз меньше, чем они были минуту назад. Да. Полюс. Оранжевый гигант. Созвездие Близнецов. Размером 2854 Солнца. Энергия как от 43 Солнц. Кстати, он слабее, да, значит, гораздо слабее, чем Солнце. Просто больше. 724 миллиона лет. Моложе Солнца. 33,8 световых лет расстояние от Солнца. Да. Я боюсь представить, что сейчас будет дальше какой-нибудь Ригель. Нет! Ух.
экрана, кажется, вижу землю. У Полюкса есть подтвержденные планеты на орбитах вокруг него. Одна планета, как минимум. Эта планета, как минимум, почти в 2.5 раза больше Юпитера. Офигеть. О, Ригель. В сравнении с ним даже Полюкс выглядит маленьким. Ригель. Бело-голубой супергигант. Самая яркая звезда в созвездии Ориона. 1,7 миллиона солнц размером. По мощности 12, 26 тысяч солнц. 8 миллионов лет. Дистанция от солнца примерно 860 световых лет. Канис Майорис. Красный супергигант. Одна из самых больших известных звезд галактики. 12 миллиардов солнц. Мощность 270 тысяч солнц. 10 миллионов лет. Дистанция от солнца 3840 световых лет. Далеко, по крайней мере. А это что такое? Это пруди какие-то, галактики или что, я не понимаю. Что, дальше посмотрим, что покажут. Так жарко должно быть. Смотрите. Почему-то этого. У Сатурна колец отсюда не видно, а у Нептуна видно. У Урана, то есть. Солнце, Полюкс, Ригель, Канис Майорис. Это размер. Огромный. Вселенная довольно большое место. Вот, теперь увеличивается расстояние между планетами и звездами, как на самом деле. Ну, на самом-то деле все вот так. Настоящая орбита Земли. Почти 150 миллионов километров. Космос-то не такой уж и черный, он синеватый. Но он солнце еле видно.
Ух ты. Вон солнце, да, маленькое. И орбита. Вот, да, смотрите, поэтому Плутон и не считается планетой, но неровная орбита. Смещенная. Прикольно, как будто такие арки вперед. О, это звезда Полюкс, поставленная на место Солнца. Никакого вреда нет, но от жары все бы сгорело на Земле. А это Ригель. Он бы сразу уничтожил Меркурий. И с массой 18 Солнц засосал бы все планеты в себя. Наконец, Канис Майорис. Вообще. Офигеть. Он достиг просто за орбиту Сатурна. Все, автопилот выключен. Что-то происходит. Нет, я не хочу. Нет, что это? Вот и все. Спасибо за игру. Данный космоса. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень понравилось. Просто великолепно. Я в шоке был просто. До мурашек несколько раз. Вот так вот. Конечно, понятно, что на Ютубе это будет выглядеть не так, как видно это в 3D виртуальной реальности. Но надеюсь, что вы тоже посмотрели и впечатлились. С вами был Сергей. И мы увидимся в следующем видео про Oculus Rift.